смелое решение. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин представил программу «Команда правительства» на бизнес-форуме «Искусство управлять». В своем выступлении он рассказал об опыте органов государственной власти, который может быть применим в бизнесе. Форум посвящен эффективным технологиям управления персоналом. В нем принимают участие около 300 человек из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова и других городов России. Сказать, что